Я обещала показать, как мы готовимся к международной выставке. И вот показываю. Вале, кстати, нравится. Вот так вот игрушку. Здесь потому что есть дырочки, вентиляция, воздух, чтобы проходил. И как раз вот эта палочка с игрушкой сюда очень хорошо вместилась, чтобы ему было не скучно. И хорошо он даже сидит. Здесь у нас сетка. Тоже проходит воздух, замок расстегивается, и он оттуда выходит. Получилось вообще. И еще вот с одной стороны. Вот мой красавчик, какой красивый котик, умненький. Вот такую палатку выставочную сделала своими руками сама. Там немножко видео покажу, конечно, как я ее делала, но не подробно. Ну там все, в принципе, понятно, шторки сшила сама, все рассчитала по размерам. И вот эту вот пленку бейкой атласной сшивала. На руках все сшивала, потому что машинка не берет толстые, особенно в два слоя. И москитная сетка вот здесь, вот замок. В принципе, все очень доступно и легко, я думаю. И она еще и разборная. То есть мы когда повезем, она будет полностью разборная. И на месте она собирается очень даже легко и быстро. И потом просто можно оставить ее дома, снять вот этот чехол, он съемный полностью. И оставить просто вот как игровая будет для кошечки, я думаю, это очень даже интересно. Он любит лежать на этом матрасике. Да, матрасик еще сама сшила, конечно же. Все из доступных материалов, в принципе. Я собирала ее из водопроводной трубы. Обрезали по размерам. А уголки вот эти вот тоже идут для водопроводной трубы. Допустим, если у меня размеры трубы 20 мм, то вот эти уголки я брала 25. А вот это пространство, которое больше было, я на трубу делала изоленту белую, чтобы она плотно держалась. И вот таким образом собрала эту всю конструкцию. Поставила ее на пол, открыла замок, и Вале прям вообще сам зашел туда и лег. То есть это, конечно, большой плюс, потому что ему нравится. Я, кстати, даже не ожидала, что он будет так сидеть под пленкой. Но ему прям нравится, такой домик у него получился. Думаю, я его потом и оставлю вот так в комнатке, где у него лежанка игровая и... Вот это будет у нас вот такая опочивальня у него. Ну или игровая, как не знаю сказать. В общем, он одобрил. Ему очень нравится. Так что пожелайте нам удачи. Болейте за нас. Увидимся в следующем видео. Да, кстати, обязательно я сниму ролик небольшой, как мы проводим время на выставке. И обязательно с вами поделюсь.